Доброе утро, наши дорогие телезрители. Утреннее шоу «Апельсин» продолжает свое счастливое путешествие по этому понедельнику. Да, мы не будем сидеть на месте и прямо сейчас отправимся в Первоуральский металлургический колледж, где, кстати, познакомимся с одной очень интересной специальностью. Доставать металлическую заготовку из нагревательной печи необходимо только в специальных терморукавицах и каске с защитным экраном. Раскаленный металл тут же подвергают деформации, изменяя не только механические, но и физико-химические характеристики. О технике продольной прокатки труб мастер производственного обучения Первоуральского металлургического колледжа Рустам Галиуллин рассказывает, а главное показывает студентам-третьекурсникам, обучающимся по специальности обработка металлов давлением. В образовательном центре созданы максимально приближенные условия работы к заводскому цеху, чтобы молодому специалисту было легче адаптироваться. Участки со студентами мы проходим оборудование стана, из чего он состоит, то есть основные узлы, агрегаты. Также в дальнейшем мы уже проходим основные технологические настройки, а также производим работы на этих станах с нагревом металла до температуры 1200 градусов. А еще изучают основные свойства металлов, принципы действия прокатных и волочильных станов и осваивают требования экологической и промышленной безопасности. В этой группе обучаются порядка 15 студентов, треть из них – девочки. Как ни странно, женщины в металлургии – не редкость. Вероника Мичурова, окончив школу, не стояла перед выбором, какую профессию освоить. Для нее ответ был очевиден. Может, сыграло то, что колледж расположен слишком близко к моему дому, и поэтому я в него поступила. Или может то, что у меня все мои родители, вся моя родня обучалась тоже на эту специальность. В отличие от Вероники, Илья Аликин – первопроходец. Он единственный в своей семье, кто решил связать жизнь с металлургией. Как признается юноша, эта специальность подходит для изучения тем, кто интересуется точными науками и имеет технический склад ума. Колледж Илья окончит в 2025 году, но уже знает, что будет делать дальше. Работать по специальности. Как считаете, это перспективная профессия? Да, она высокооплачиваемая, хорошая. Часть студентов Первоуральского металлургического колледжа обучаются по целевому договору. Это подразумевает обучение за счет средств организации, которые нуждаются в определенных специалистах. Молодые люди, еще не определившись, даже 18-19 лет, будут гарантированно трудоустроены, где будут получать заработную плату и могут даже некоторые из них начать свой путь по карьерной лестнице. Металлургия – это отрасль, которая постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня металлургические предприятия используют самые современные технологии и инновации, чтобы улучшить качество и эффективность производства. В будущем спрос на металл будет только расти. Это означает, что у молодых специалистов в этой области будет множество возможностей для трудоустройства и карьерного роста.